Пора валить. Эти слова сейчас везде. Вот либеральный журнал публикует заметку. 1,5 миллиона самых светлых, самых чистых умов валит из России. 1,5 миллиона ежегодно. О, ужас! Будь проклят ты, кровавый режим! Вот журнал про все развлечения столицы печатает гид. Даже в Шанхае тебе хипстер будет лучше, чем в проклятой слякотной Москве с этой ее провинциальной стрелкой, со всеми этими винзаводами и солянками, для описания которых придуман наш убогий журнал. О, горе нам! Вот редактор информационного шоу на федеральном канале. Настанет время, и мы свалим, Антон, свалим. Не беспокойтесь. Произносится это так, будто в момент пересечения редактором государственной границы России надо мной свершится Божий суд. Будто в эту самую секунду выскочит из кучевых Илья Пророк на ее мобиле и захохочет. Нету больше с вами Игорька. Нету. Доигрались, пидорасы. Пора валить, доносится с соседнего столика врагу. Это кровавый Путин достал целый рой завитых бухгалтерш. А вот уже Starbucks, какой-то дебиловатый дылда, убеждает свою тёлку. Россия для лохов. Ну и, наконец, Ирина Ивановна Салтыкова, королева добра и красоты, посланец высокого вкуса, выступает в программе НТВшники. У России, говорит, будущего нет. И в будущем я надеюсь свалить. Цитируется дословно. То есть у России его нет, а у Ирины Ивановны, между тем, Википедия сообщает, что ей уже 45. Его хоть отбавляй. Знай себе, жди удобного момента, чтоб России было побольнее терять эту лялю, этот благословенный нежный пион. По подсчетам журнала New Times, антинародная клика за 10 лет довела до эмиграции 2 миллиона человек. Тоже арифметический казус. Как же может быть 2 миллиона человек, если в год уезжает 1,5? Ведь 1,5 на 10 — это 15, верно? Верно. Как в большевистские времена, это лучшие люди России. Великий философ Борис Березовский, творящий под псевдонимом Платон Еленин, выдающийся писатель Евгений Чичваркин, автор бессмертного афоризма «Цены просто охуеть», создавший выдающийся эпохальный роман «Если из 100 раз тебя посылают 99». Великий финансист, автор подмосковного монетаризма Алексей Кузнецов по кличке Леша Миллиард. Ну и, конечно, самую главную мигрант, что забыл, благодетельница наша, градостроительница, дорогая Елена Николаевна. Так бы читал и читал дальше список пассажиров этого философского парохода, да сил нет. Сейчас кровавые слезы брызнут в экран. Иммиграция. Как же легко произносим мы это слово. Сосед поцарапал машину – иммиграция. Гопник плюнул в харю – иммиграция. Мент попросил 500 рублей за проезд под кирпич. Как же достал этот Путин-то, а? Иммиграция, иммиграция. Однако из тех, кто бесконечно болтает об этом, только 0,5% реально покупает билет и до свидос. Остальные валят, как обычно, на 2 недели на Сардинию, потому что там мы никому не нужны, потому что по-английски говорим хреново, потому что там своих таких хоть отбавляй. Здесь же нам все противно, но понятно. Здесь нам комфортно. Здесь нам интересно. Потому что Россия – наш мир. Мой коллега Павел Альбертович Лобков спросил недавно: «А вот интересно, в гламурных точках какого-нибудь Бухареста те же самые базары?» «В гламурных, — ответил я, — вряд ли, а вот в цехах точно». «Ну да, — ответил Лобков, — именно поэтому от румын в Лондоне некуда деваться. Там скоро улицы будут мастить не румыны, а румынами». Румын в Лондоне и вправду больше, чем даже индусов, а уж в Берлине их, кажется, больше, чем немцев. Таджики метут московские улицы, а азербайджанцы заселили целые некогда пролетарские столичные районы. Мексиканцы строят там на границе стены, не строй, целыми семьями, селами бегут в Америку. Это они валят. От бедности, от голода, от безнадеги. И в скорости они, а не народы-богоносцы, станут этнической доминантой когда-то белого, гордого мира. Эмиграция – это когда навсегда. Когда в щели товарного вагона твоя земля в последний раз. Когда половина твоей семьи уже на штыках, а ты нелегально пересекаешь границу, отдав за турецкий паспорт остаток семейных алмазов. Эмиграция – это второе рождение или смерть. Эмиграции больше нет. Нам не от чего уезжать. Мы можем только переехать, чтобы когда-нибудь вернуться. Нас не высылают, не лишают гражданства, кровавая гыбня не сажает нас в психушки. Нам действительно не от чего бежать. Но есть ли для чего? Кому это нужно, нам или им? Недавно экономист Владимир Мао выдвинул потрясающую идею сделать Россию страной, пригодной для проживания. Но мелка, узка эта идея. Не захватывает. Тот же самый Лобков сказал об этом. Ивана дурака здесь нет, благодати Божьей. Сплошной скучный кальвинизм. Ни свечку поставить, ни рожу разбить за эту идею. А нам же нужна и свечка, и рожа, и арматурина на манежке, и яйцо на кладбище, и ребенка в детдом. Вот она, Россия для русских. И уезжая отсюда, мы уносим под кожей зачатки рабства, тоталитаризма, сервильности и клептомании, чтоб в теплоумеренном климате проросли эти зачатки и пустили корни на новом месте обитания. Так вот загвоздка.
Знают ли они, что мы не просто иммигранты, что под кожей у нас смертельная начинка? Они-то знают, знают. Поэтому долго еще не будет у нас безвизового въезда. Но знаем ли об этом мы? Верим ли? Помним. Храни нас Бог.